Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Недавно у нас с вами на канале вышел подробный мастер-класс, как связать вот такие вот детские пинетки. Если вы еще не видели, то ссылочку я оставлю на данный мастер-класс ниже в инфобоксе. А сегодня в этом видео в комплект к этим пинеткам мы с вами свяжем вот такой вот чепчик. Чепчик вяжется очень просто, но при этом будет смотреться очень красиво и нарядно. Модель и чепчика, и пинеток идет универсальная и отлично подойдет как для мальчиков, так и для девочек. В мастер-классе вот данный комплект я вязала из пряжи Alize Lana Gold. Значит, это у нас идет пряжа по составу 51% акрила и 49% шерсти. Метраж у данной пряжи будет идти на 100 грамм 240 метров. Вязать данный чепчик я буду на спицах 3 миллиметра. Завязки вот эти я буду вязать на чулочных спицах 2,5 миллиметра. В мастер-классе данный чепчик я буду вязать на окружность головы 38 сантиметров. Но так как это у нас идет вязаное полотно и оно идет эластичное, хорошо тянется, поэтому я думаю, данный чепчик отлично подойдет на окружность головы где-то 36-40 сантиметров. Но расчеты я буду делать на вот как раз таки окружность 38 сантиметров. По данному мастер-классу вы сможете связать чепчик абсолютно из любой пряжи и на любую окружность головы, так как сейчас, перед тем, как приступать к вязанию, мы с вами разберемся с принципом вязания и сделаем вот несколько расчетов так, чтобы данный чепчик вы смогли связать абсолютно на любую окружность головы. Значит, смотрите, как я сказала, расчеты буду делать я, исходя из окружности головы 38 сантиметров. Это, смотрите, если говорить про возраст, я думаю, данный чепчик подойдет на возраст где-то, ну, примерно, я думаю, даже можно и с рождения до 3-5 месяцев. Значит, окружность у меня будет идти вот из расчета 38 сантиметров. Далее, смотрите, мы с вами должны связать образец вот этим узором кукурузки. Вяжем образец, значит, той же пряжей, которой вы планируете вязать сам чепчик, и тем же номером спиц. Подробный мастер-класс, как вяжется вот этот узор кукурузки, также уже вышел на канал, и ссылочку также я оставлю ниже в инфобоксе. Значит, смотрите, я также вязала образец вот именно этим узором кукурузки, и плотность вязания у меня получается. Значит, смотрите, на образец я набирала 34 петли, и ширина образца у меня получилась 19 сантиметров, так? Далее мы должны высчитать, сколько у нас получается петель в одном сантиметре. Для этого мы берем 34, делим на 19. И это у меня получается 1,789. То есть это получается вот столько петель в одном сантиметре. Далее, после того, как мы высчитали плотность нашего вязания, мы должны, значит, смотрите, определиться, сколько здесь мы должны набрать петель. Для этого можно или измерить вот здесь окружность вот лица малыша, или это значение можно рассчитать по формуле. Значит, мы высчитываем вот как раз-таки ширину чепчика. Первое, значит, это у нас получается формула 1,5, это у нас идет постоянная величина. Умножаем мы это число на полуобхват головы, то есть 38 в моем случае я должна разделить напополам, и это у меня получается 19. То есть 1,5 умножаем на полуобхват головы, то есть 19 в моем случае, и к получившемуся числу мы должны прибавить 6 сантиметров, и это у меня получается 34,5. То есть ширина чепчика у меня должна быть в итоге 34,5 сантиметров. Теперь
Получившееся число, то есть 34,5, мы умножаем на плотность вязания, то есть на 1 целое, то есть умножаем на 1,789. И это у меня получается 61,7. То есть это мы с вами высчитали количество петель, которые мы с вами должны набрать, исходя из необходимой вот ширины, которую мы должны получить в итоге. Значит, смотрите, для вот как раз-таки узора кукурузки нам необходимо набрать вот как раз-таки четное количество петель, то есть или количество петель кратное 2. То есть можно это округлить или в большую сторону, то есть, соответственно, 62 петли набрать. Или, ну вот я говорю, полотно идет эластичное, хорошо тянется, поэтому я все-таки округлю это число в меньшую сторону. И на чепчик я буду набирать в итоге вот 60 петель. То есть с количеством петель мы с вами разобрались. Теперь давайте сразу рассчитаем, сколько в итоге мы должны провязать вот это полотно до затылка. Опять же, это расстояние можно или измерить, то есть на ребенке, или также есть формула, по которой мы можем высчитать это значение. То есть сейчас вот под цифрой 2 мы высчитываем глубину шапки до затылка. Для этого мы берем 0,5. Это также идет постоянная величина. Умножаем также на полуобхват головы, то есть в моем случае 19. И к получившемуся числу мы прибавляем плюс 2 сантиметра. И это у меня получается 11,5. То есть получается от резинки до вот затылка я должна провязать полотно, чтобы вот эта высота получилась 11,5 сантиметров. Поэтому, друзья, надеюсь, вот принцип вязания сейчас вам ясен. Поэтому берем пряжу, готовим спицы и приступаем к вязанию. Вязать чепчик я буду на круговых спицах. Длина от кончика до кончика 60 сантиметров и диаметр спицы 3 миллиметра. И на одну спицу обычным способом набора с помощью длинного хвоста я сейчас набираю 60 петель. На спице я набрала 60 петель и сейчас приступаем к вязанию первого ряда. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше я буду вязать резинку 1 на 1. То есть одну петлю я буду провязывать лицевой, следующую петлю я буду провязывать изнаночной. Изнаночные петли я буду сейчас провязывать классическим способом для того, чтобы петли резинки были ровные. Поэтому вот одна лицевая и одна вот изнаночная петля. Одна лицевая и одна изнаночная петля. Таким образом довязываем этот ряд до конца, провязывая резинку 1 на 1. В конце ряда я провязала лицевую изнаночную петлю по рисунку, и последние кромочные петли на протяжении всего вязания мы будем провязывать изнаночной петлей, и вязание мы переворачиваем на обратную сторону. И сейчас приступаем к вязанию второго ряда резинки. Здесь также первую кромочную петлю я снимаю, и дальше все петли мы вяжем по рисунку. То есть лицевые петли мы провязываем лицевыми, изнаночные петли мы провязываем изнаночными. То есть мы дальше продолжаем вязать резинку 1 на 1. Таким образом, эту резинку 1 на 1 я сейчас провяжу в высоту примерно 2,5 сантиметра. Итак, вот я провязала резинку для чепчика, и высота резинки в рядах у меня составила, и эта высота у меня сейчас составила вот 6 провязанных рядов. И если в сантиметрах, ну, получается, ну, вот практически около 3 сантиметров у меня идет сейчас высота резинки. Вот таким образом сейчас выглядит мое вязание. Здесь идет мой наборный кончик от наборного края.
И здесь идет ниточка от моточка. Вот эта сторона резинки будет являться изнаночной стороной. Начинать вязать основной узор кукурузки мы как раз таки будем с первого вот изнаночного ряда. Поэтому после того, как мы провязали 6 рядов резинки или вот высота около 3 сантиметров, мы приступаем к вязанию первого изнаночного ряда основного узора. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше в первом ряду основного узора мы сейчас вяжем вот одну петлю лицевую, одну петлю изнаночную. То есть фактически мы дальше продолжаем вязать сейчас резинку 1 на 1, провязывая вот одну лицевую и одну изнаночную петлю. Таким образом мы сейчас заканчиваем вязать первый ряд основного узора до конца, провязывая все петли по рисунку. Первый ряд вот я провязала, вязание перевернула, уже получается это у нас на лицевую сторону, и приступаем к вязанию второго ряда основного узора. Первую кромочную петлю я снимаю, далее у нас идет по рисунку одна петля лицевая, эту петлю я провязываю лицевой. Далее у нас идет изнаночная петля. Эту изнаночную петлю мы сейчас должны снять просто, не провязывая вместе с накидом. То есть вот рабочую нить набрасываю на правую спицу от себя и изнаночную петлю вот снимаю. То есть у нас получается накид и изнаночная петля. Дальше повторяем. Одна лицевая, накид, изнаночную петлю просто снимаем, не провязывая. Одна лицевая, накид, изнаночную петлю снимаем, не провязывая. То есть у нас получается лицевая, накид и изнаночная непровязанная петля. Лицевая, накид и изнаночную петлю сняли, не провязывая. Таким образом мы сейчас заканчиваем вязать второй ряд основного узора до конца. Второй лицевой ряд я провязала, вязание перевернула на изнаночную сторону, и сейчас приступаем к вязанию третьего изнаночного ряда. Первую кромочную петлю я снимаю, далее мы смотрим, у нас идет накид и петля в третьем изнаночном ряду. Этот накид и петлю мы также будем переснимать, при этом сделав еще один накид. То есть у нас получается кромочная, накид, далее петлю и накид мы просто переснимаем, не провязывая. То есть у нас должна получиться петля и 2 накида. Далее по рисунку у нас идет изнаночная петля. В третьем ряду эту изнаночную петлю мы будем провязывать лицевой. То есть у нас получается вот раппорт узора. Значит, накид, далее накид и петлю снимаем. И изнаночную петлю провязываем лицевой. И опять повторяем накид. Следующий накид и петлю снимаем. Вот у нас должно получаться 2 накида и петля. Следующую петлю мы провязываем лицевой. Сняли накид с петлей, при этом сделав еще один накид. Изнаночную петлю провязали лицевой. Таким образом, продолжаем вязать третий ряд основного узора вот до конца. В конце третьего ряда у нас получается петлю вместе с накидом, при этом сделав еще один накид, мы снимаем. Далее 1 лицевая и последняя кромочная провязываем изнаночной. И вязание переворачиваем на лицевую сторону. Сейчас будем приступать к вязанию четвертого ряда основного узора. Первую кромочную петлю мы снимаем. Далее по рисунку у нас идет изнаночная петля. Эту изнаночную петлю в четвертом ряду мы будем провязывать лицевой. То есть у нас получается кромочная, одна петля лицевая. Далее у нас идет петля и 2 накида, которые мы просто переснимали. В четвертом ряду петлю и этих 2 накида мы будем провязывать вместе вот изнаночной петлей. То есть у нас по рисунку получается 1 петля лицевая, вот у нас. Дальше петля и 2 накида, мы их провязываем вместе изнаночной петлей.
То есть вяжем одну лицевую и одну изнаночную петлю. Вот изнаночная петля, мы ее провязываем одну лицевую петлю и 2 накида провязываем изнаночной петлей. 1 лицевая и 1 изнаночная петля. Лицевая, петлю вот и 2 накида провязываем вместе изнаночной петлей. Таким образом заканчиваем вязать 4-й ряд основного узора до конца. Итак, я закончила вязать 4-й лицевой ряд до конца, и это мы сейчас с вами провязали 1 раппорт узора в высоту. То есть далее опять вязание мы разворачиваем на изнаночную сторону, и снова наше вязание будет повторяться вот с 1-го изнаночного ряда по 4-й лицевой ряд включительно на необходимую высоту. То есть вот давайте вместе начнем с вами. То есть вяжем 1-й ряд, получается, 2-го раппорта. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше в 1-м ряду мы все петли провязываем по рисунку. То есть мы вяжем резинку 1 на 1. 1 петля лицевая, 1 петля изнаночная. Вот лицевую мы провязываем лицевой, изнаночную изнаночной. То есть таким образом мы дальше продолжаем вязать полотно, повторяя эти 4 ряда, как я сказала, на необходимую высоту. Подробный мастер-класс на вот этот узор кукурузки есть уже у нас на канале. Ссылку я оставлю ниже в инфобоксе, поэтому если что-то кому-то будет непонятно, можете перейти на тот мастер-класс и посмотреть еще раз подробнее, как вяжется этот узор кукурузки. Таким образом, я сейчас буду дальше продолжать вязать вот это мое полотно вверх до затылка. Как мы делали расчеты в начале видео, то есть я сейчас буду провязывать полотно, чтобы общая высота, то есть от резинки до затылка, была примерно 11,5 сантиметров. Итак, смотрите, вот я провязала всю необходимую высоту чепчика. И если пересчитать вот сейчас мои вот эти кукурузки, я сейчас от резинки провязала вверх 9 раппортов. И теперь давайте измерим высоту вот нашего полотна. И высота полотна получается вот 11,5 сантиметров. То есть как раз таки то количество сантиметров, которое мне необходимо. И теперь вот как раз таки после того, как мы вывязали основное полотно, мы будем приступать к вязанию затылка. Значит, смотрите, напоминаю, что на спицах у нас сейчас, вот в моем случае, 60 петель. Теперь как раз таки для того, чтобы высчитать петли затылка, мы должны количество наших петель, то есть в моем случае 60, разделить на 3 части. То есть вот наше полотно, и мы его делим на 3 части. То есть 60, если разделить на 3, это получается 20. То есть сейчас вот давайте для наглядности запишем. То есть получается как бы одна боковая часть у нас идет 20, вторая боковая часть идет 20 петель, и центральная часть также идет 20 петель. Но смотрите, обычно я люблю, чтобы затылок шел немножечко, буквально на несколько петель уже, нежели боковые части. Поэтому смотрите, вот как раз таки этих несколько петель я отдам на боковые части для того, чтобы затылок был немножечко уже. То есть итого у меня будет затылок состоять из 18 петель, и соответственно вот эти две боковые части у нас будут идти вот по 21 петли. Здесь 21 и здесь 21. Теперь смотрите, петли вот этих боковых частей я сейчас также разделю на 3 части. Для чего мы это делаем, я чуть позже вам поясню. То есть мы берем 21, делим на 3 части. Вот давайте здесь также вот схематически это нарисуем, то получается каждая из вот этих боковых частей у нас будет состоять из 7 петель. Вот 7, 7 и 7. Соответственно, с другой боковой части у нас будет идти все аналогично.
Поэтому смотрите, давайте для наглядности вот как раз-таки каждую из этих частей мы отдельно вот отметим. Я подготовила булавочки и далее приступим к вязанию затылка. То есть, ну, здесь без разницы, откуда, с какой боковой части мы это начнем отсчитывать, с этой или с этой. Вот давайте, допустим, вот отсюда. Смотрите, первая боковая часть у нас сейчас состоит из 21 петли. Поэтому вот я сейчас отсчитываю 21 петлю и повешаю вот первую нашу булавку. Смотрите, вот таким образом сейчас у меня выглядит вязание. То есть 21 петля тут, 18 петель здесь и 21 петля со второй боковой части. Теперь смотрите, относительно вот нашей центральной части, то есть относительно наших булавок, вот сюда в эту сторону и, соответственно, вот сюда в эту сторону я сейчас отсчитаю 7 петель и также этот участок отмечу булавкой. То есть вот смотрите, я беру вязание, вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 петля. И вот сюда я также вешаю булавку. Соответственно, вот здесь у нас должно остаться 14 петель, то есть 7 плюс 7. То же самое мы сейчас делаем и со второго края. То есть сейчас, после того, как каждый из участков я отметила вот маркерами, мы приступаем к вязанию затылка. Теперь смотрите, вот здесь с изнаночной стороны сейчас расположена моя рабочая нить. Значит, для тех, кто категорически не любит прятать дополнительные кончики, можно сейчас вот этот участок провязать изнаночными петлями или вот резинкой 1 на 1. На самом деле здесь без разницы. И дальше вы приступите к вязанию затылка. Но в этом случае, вот смотрите, я взяла чепчик. Недавно подробный мастер-класс на этот чепчик у нас уже вышел на канал. И там я рассказывала, что как раз-таки если мы сейчас вот этот участок провяжем нитью от моточка, то вот здесь эти края с этой и с этой стороны будут отличаться немножечко, так как здесь у нас будет провязано на пол ряда больше, и с одной стороны вот эта граница будет чуть глубже, скажем так, вот эта выемка, нежели с другой стороны. Мне этот вариант не подходит, поэтому здесь вот нитку от моточка я сейчас обрезаю. Беру вязание лицевой стороной вверх и сейчас я просто переснимаю, не провязывая 21 петлю, включая вот этот маркер. То есть я сейчас должна подойти вот ко второму маркеру, который вот у нас разделяет боковую часть и затылок. Поэтому я просто переснимаю вот 21 петлю с левой спицы на правую. Итак, смотрите, я просто пересняла 21 петлю вместе вот с маркером вот до затылка. Вот эту булавку я сейчас могу убрать, она нам больше не нужна. Затылок я сейчас буду вязать платочной вязкой, поэтому вот я беру ниточку от моточка, никаких сейчас закрепляющих узелков я не делаю, просто вот кончик прикладываю к краю и приступаю к вязанию первого ряда затылка. Первую петлю я сейчас провяжу лицевой, так как у нас идет сейчас присоединение нити, и далее все петли мы вяжем лицевыми. Это мы вяжем полотно с лицевой стороны. Итак, смотрите, вот здесь я сейчас провязала 17 петель, то есть вот у нас идет последняя 18 петля затылка, и дальше идет маркер. Эту петлю я сейчас пересниму для того, чтобы убрать вот эту мою булавку. Петлю возвращаю обратно, и у нас получается, то есть вот идет последняя петля затылка и первая петля боковой части. Когда мы вяжем чепчик, вот именно держа его лицевой стороной к себе, этих две петли мы будем провязывать 2 вместе изнаночной петлей. И вязание я сразу же переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны первую петлю я снимаю. Дальше все петли в изнаночном ряду я также провязываю лицевыми, так как затылок мы вяжем платочной вязкой. То есть все петли и в лицевом, и в изнаночном ряду мы будем провязывать лицевыми. И так мы вяжем вот как раз таки до вот этой нашей петли, где мы присоединяли нить. То есть это у нас идет 18 петля затылка. И вот смотрите, у нас получается 18 петля затылка
И здесь также идет первая петля боковой части. Когда мы чепчик держим изнаночной стороной к себе, этих две петли мы будем провязывать 2 вместе лицевой петлей. Кончик подтягиваю и вязание переворачиваю на лицевую сторону. С лицевой стороны опять первую петлю я снимаю и далее вяжу петли лицевыми. При провязывании сейчас можно или эти петли подсчитывать, то есть мы должны провязать сейчас 17 всего петель, то есть не довязывая 18-ю петлю затылка. Или вот эта граница сейчас у нас четко видна, так как здесь расстояние между петлями получается чуть больше, нежели вот у нас идет обычное между петлями. И здесь я сразу вижу, что это идет последняя 18-я петля затылка, и здесь идет первая петля боковой части. То есть мы вяжем до 18-й петли. И петли мы все провязываем лицевыми. То есть вот мы дошли до 18 петли, значит, с лицевой стороны последнюю петлю затылка и первую петлю боковой части мы провязываем 2 вместе изнаночной петлей, после чего вязание сразу переворачиваю на изнаночную сторону. И опять вяжем все петли лицевые, не довязывая 18 петлю с изнаночной стороны, последнюю петлю затылка и первую петлю боковой части мы провязываем 2 вместе лицевой петлей. Так мы вяжем затылок, убавляя в конце каждого ряда по одной петли от боковых частей, и мы вяжем так до как раз таки вот этих наших маркеров, где мы отмечали вот как раз таки вот здесь 7 петель. Итак, смотрите, вот я провязала участок затылка, убавляла я петли в конце каждого ряда, и так я вязала, как я сказала, как раз таки до вот этих маркеров. Теперь вот как раз таки на этом этапе мы сейчас также будем продолжать убавлять петли боковых частей. Только сейчас вот на этом этапе мы будем дополнительно еще и убавлять петли затылка, так чтобы он немножечко у нас сужался. Теперь давайте сразу разберемся, сколько нам здесь необходимо вот как раз таки в затылке убавить петель. Для этого мы также должны количество петель затылка, то есть в моем случае у меня здесь 18 петель, разделить на 3 части. И это получается, каждая из вот этих частей у нас будет состоять из 6 петель, то есть 6, 6 и 6. То есть таким образом мы сейчас будем убавлять петли затылка до тех пор, пока здесь у нас на спицах не останется 6 петель. Вязание я держу лицевой вот стороной вверх, и вот здесь этот маркер мы можем уже убрать, он нам больше не нужен. Значит, смотрите, убавлять петли затылка, именно затылка, мы будем только в лицевом ряду через 3 ряда. Давайте сейчас вместе с вами это провяжем. То есть вот смотрите, первую петлю затылка я снимаю. И далее следующих 2 петли в начале ряда мы должны провязать 2 вместе лицевой петлей. То есть вот мы убавили 1 петлю затылка. Далее вяжем все петли лицевые, не довязывая как раз таки 3 последних петель затылка. И вот смотрите, у нас должно остаться 3 петли затылка, и далее идут петли боковой части. В конце ряда вот также первую и вторую петлю я провязываю 2 вместе лицевой петлей. Далее вот эту петлю я сейчас пересниму для того, чтобы убрать вот этот наш маркер. Петлю возвращаю обратно и с лицевой стороны последнюю петлю затылка и первую петлю боковой части мы провяжем вместе изнаночной петлей. И вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. То есть вот мы убавили 2 петли затылка в начале и конце ряда. Теперь мы должны провязать 3 ряда, то есть изнаночный, лицевой и изнаночный ряд. И в этих 3 рядах мы только убавляем петли боковых частей, то есть затылок мы сейчас не трогаем. То есть смотрите, вот первую петлю я снимаю, далее вяжу
петли лицевые, не довязывая как раз-таки последнюю петлю затылка. И вот здесь, смотрите, у нас остается последняя петля затылка и первая петля боковой части с изнаночной стороны. Этих две петли мы продолжаем убавлять, провязывая их две вместе лицевой петлей. И вязание я сразу переворачиваю на лицевую сторону. Здесь также петли затылка мы сейчас не трогаем. Вяжем вот все петли лицевые и последнюю петлю затылка. И первую петлю боковой части провяжем 2 вместе изнаночной петлей. Далее провяжем точно таким же образом, как мы вяжем вот по схеме изнаночный ряд. То есть вяжем сейчас 2 ряда самостоятельно. Итак, смотрите, вот я провязала лицевой и изнаночный ряд. Вязание я держу опять лицевой стороной вверх, то есть мы сделали убавление в затылочной части, далее провязали 3 ряда и теперь снова делаем убавление и боковых частей, и затылка. Поэтому вот вязание держу лицевой стороной вверх, первую петлю я снимаю, далее следующих 2 петли я провязываю 2 вместе лицевой петлей. Далее вяжем все петли лицевые, не довязывая 3 петель затылка. И вот у меня осталось 3 петли затылка, и далее идут петли боковой части. Значит, здесь также первую и вторую петлю мы провязываем 2 вместе лицевой петлей, последнюю петлю затылка и первую петлю боковой части с лицевой стороны провязываем 2 вместе изнаночной петлей. И вязание переворачиваем сейчас на изнаночную сторону. И снова мы сейчас провязываем 3 ряда: изнаночный, лицевой и изнаночный ряд. И в этих 3 рядах мы убавляем только петли боковых частей. После того, как будет провязано 3 ряда, вязание у нас будет расположено лицевой стороной вверх. И опять мы убавляем точно таким же образом. И петли вот затылка в начале и конце ряда. И по одной петли от боковых частей. И снова вяжем 3 ряда, убавляя петли только боковых частей. То есть таким образом по этой схеме мы дальше продолжаем вязать затылок до тех пор, пока вот как раз таки от затылка всего у нас не останется по расчетам, как мы с вами сделали, 6 петель. Итак, смотрите, вот я вязала затылок, убавляя петли вот по той схеме, которую я вам сказала, то есть в затылке через 3 ряда и в конце каждого ряда по одной петли от боковой части. До тех пор, пока вот от затылка вот здесь у нас не останется вот 6 петель. Теперь, видите, у нас еще остались петли и боковых частей. Теперь вот как раз таки, когда у нас на затылке вот необходимое количество петель, мы дальше продолжаем вязать затылок. Только сейчас мы убавляем в конце каждого ряда только по одной петли от вот боковой части. То есть затылок мы больше не трогаем. Итак, смотрите, вот я довязала затылок до конца, то есть от боковых частей здесь и здесь у меня совсем не осталось петель, и на спицах у нас идут только 6 петель затылка. И вот здесь нитку от моточка я обрезала. Теперь после того, как мы вывязали затылок, мы вдоль одной боковой части и вдоль второй боковой части из кромочных петель будем поднимать вот петельки как раз таки вот здесь от затылка и вот до резинки включительно здесь и вот здесь. Теперь как же нам понять, сколько нам необходимо поднять петель? Здесь на самом деле все просто, мы просто должны взять и пересчитать кромочные петли и этих петель. И с одной стороны вот от боковой части и с другой стороны должно быть одинаково. То есть вот мы разворачиваем вязание, видите, кромочными петлями вверх и считаем просто. Вот смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21. То есть вдоль этого края я сейчас подниму 21 петлю. Если пересчитать, с этой стороны у нас также идет 21 кромочная петля. Поэтому вот я вязание подвигаю
вот краю набирать петли. Я буду вот как раз таки здесь вот с лицевой стороны, здесь у меня кончик вот идет, я его кладу вовнутрь. Если посмотреть на кромочную петлю, она имеет, эта петля, две стенки: та, которая расположена ближе к изнаночной стороне, и стенка, которая расположена ближе к лицевой стороне. Нам нужны сейчас та стенка петли кромочной, которая расположена ближе к лицевой стороне. То есть и вот по кромочным петлям мы поднимаем петельки. Первая кромочная петля, вот раз, дальше вот вторая кромочная петля и та стенка, которая, вот видите, расположена ближе к лицевой стороне. Три, вот следующая здесь, четыре, пять. Итак, смотрите, вот здесь, вот ровно до края я сейчас подняла 21 петлю. Круговую спицу я подвигаю, вязание беру сейчас изнаночной стороной к себе. Здесь вот так же этот кончик кладу вовнутрь. И вдоль этого края также сейчас буду поднимать 21 петлю за ту стенку петли, которая расположена ближе к лицевой стороне. То есть вот наша кромочная петля и вот лицевая сторона. Смотрите, вот раз, два, три, четыре, вот она у нас идет, пять, шесть, и так далее. Поднимаем вот здесь также 21 петлю. После того, как мы вот здесь подняли все петли, вот таким образом сейчас выглядит мое вязание, и мы сразу приступаем к вязанию завязок. Завязки я буду вязать айкордом. Значит, я беру вот нить от моточка, и завязки я буду вязать на двух чулочных спицах диаметр 2,5 миллиметра, поэтому на 2 чулочные спицы. Обычным способом набора с помощью длинного хвоста я сейчас набираю 3 петли. Петли я набрала, и спицу одну аккуратно вынимаю, вязание никуда не переворачиваю. То есть вот у нас должно идти на спицах 3 петли. Вот с левой стороны расположены наши ниточки. Вязание я, как сказала, не переворачиваю, а просто спицу подвигаю вот к противоположному краю. Вот идет ниточка от моточка. Я ее вот таким вот образом за работой подхватываю и приступаем к вязанию полого шнура. Первую петлю я сейчас провязываю лицевой. Вторую петлю я провязываю лицевой. И третью петлю я также сейчас провязываю лицевой. То есть вот мы провязали 3 петли лицевых. Спицу вот я беру. Вязание, опять же, я сейчас не переворачиваю, а просто подвигаю вот на противоположную сторону. Вот с этой стороны расположена вот ниточка от моточка. Я ее, опять же, вот за работой подхватываю, так как вот обычно сейчас вязали бы мы. И опять первую петлю я сейчас провязываю вот лицевой, вторую петлю провязываю лицевой, третью петлю провязываю лицевой. Вот хорошенечко здесь за край, если нужно, потянуть, чтобы петельки все ровненько стали на место. И опять спицу подвигаю на противоположную сторону и приступаем к вязанию вот следующего ряда. То есть вот с этой стороны получается с левой расположена моя рабочая нить. И опять вяжем. Первая лицевая, вторая лицевая и третью также провязываем лицевой. Поправили все и вязание подвигаем на другой край спицы. То есть мы вязание не переворачиваем. И опять первая лицевая, вторая лицевая, третья лицевая. Поправили, вязание подвинули. То есть вот такой шнурочек у нас сейчас с вами получается. Таким образом дальше продолжаем вязать этот шнур. Длину этого шнура вот я сейчас буду вязать где-то 27-28 сантиметров. Итак, смотрите, вот я провязала завязку айкордом нужной длины. Теперь мы эту завязку будем присоединять к чепчику. Поэтому я беру чепчик вот руки лицевой стороной к себе. Вот, соответственно, вот этот край у нас получается. Так, дальше беру чулочную спицу. Вот моя чулочная спица выглядит вот следующим образом. Петля, петля, и дальше идет петля
с рабочей нитью, ничего мы не перекручиваем, и вот таким образом эти три петли переснимаем на спицу, на которой у нас расположены петли чепчика. То есть вот таким образом сейчас будет выглядеть наше вязание. Вот эту спицу, вторую чулочную, я сейчас отложу, чтобы она нам не мешалась. И сейчас вязать я буду, получается, чепчик на одной вот чулочной спице и вот на этих круговых спицах. И вяжем. Вот сейчас первую петлю я провязываю лицевой. Дальше вторая петля лицевая. И вот идет петля от завязки и петля от чепчика. Этих две петли я сейчас провязываю вместе лицевой петлей. Вот. И три петли возвращаю обратно вот на круговую спицу. И снова повторяем. Вот одна петля лицевая, вторая петля лицевая. И следующих две петли, то есть последнюю петлю завязки и первую петлю чепчика, провязываем 2 вместе также вот лицевой петлей. И 3 петли вот этих наших возвращаю обратно на круговую спицу. И опять повторяем. 1 петля лицевая, 2 петля лицевая. И 3-ю и 4-ю петлю провязываем 2 вместе лицевой петлей. 3 петли обратно возвращаем на левую спицу. И еще последний раз показываю. Значит, вот 1 лицевая, 2 лицевая. И следующих 2 петли провязываем 2 вместе лицевой петлей. 3 петли возвращаем обратно с правой спицы на левую. Вязание мы не перекручиваем. То есть вот ровненько раз, два, 2 петли провязали вместе и 3 петли вернули обратно на левую спицу. Таким образом мы сейчас вот продолжаем вязать этот шнур, одновременно закрывая петли вот эти от чепчика. Так мы вяжем вот этот край до конца. Итак, смотрите, вот я провязала и закрыла весь этот край вот полым шнуром айкорд. Вот такая красота у нас сейчас с вами получается. То есть получается красиво, аккуратно. И ребенку будет все это абсолютно комфортно. Кончики в конце мы спрячем. Вот так это смотрится вот именно по изнаночной стороне. И теперь вот когда в конце у нас осталось вот на спицах только 3 последних петли, нам осталось связать вот завязку вторую точно такой же длины. Опять же, рабочая нить у нас всегда расположена с левой стороны. И теперь вторую завязку я также буду вязать на 2 чулочных спицах. То есть вот продолжаем дальше просто вязать эту завязку вторую. То есть провязывая вот 1 лицевая петля, 2, 3. Вязание подвигаем на противоположную сторону. Рабочая нить у нас вот с левой стороны. То есть дальше продолжаем вязать полый шнур, вторую завязку точно такой же длины, как и первая. Итак, смотрите, я связала вторую завязку точно такой же длины, как и первая. Теперь нам осталось только закрыть эти петли. Значит, смотрите, вязание вот я держу все по-прежнему так, чтобы рабочая нить у нас располагалась с левой стороны. И теперь вот крючком вот я эти 3 петли провяжу 3 вместе. Вот я продеваю крючок, подхватываю нить и вот вытаскиваю петельку. Так, теперь ниточку вот здесь от моточка можем уже обрезать. И теперь в петлю продеваем кончик от моточка, который обрезали, и петельку аккуратно затягиваем. Далее мы берем крючок. Смотрите, шнур этот у нас идет полый. Поэтому вот здесь где-нибудь внутри шнура я вставляю крючок. Вот сюда, сюда, сюда. Вот в центр. Так. Подхватываю сейчас. Вот. Подхватываю вот таким, видите, вот образом это все выглядит. Подхватываю эту ниточку и продеваю вовнутрь полого шнура. То есть вот сюда аккуратно вытаскиваю.
Все хорошенечко поправляю. Теперь вот здесь на конце этого полого шнура я завяжу узел. Вот таким вот образом. Вот таким образом выглядит край завязки. И вот здесь после этого ниточку, вот она у нас идет, можем уже обрезать. То есть она у нас уже никуда не денется, вот этот кончик. То есть и вот такая вот одна уже готовая полностью завязка у нас получается. Точно таким же образом мы проделываем и со второй завязкой. Далее чепчик выворачиваем, вот мы наш на изнаночную сторону, и вот эти кончики, то есть здесь вот у нас их два, и вот здесь один кончик, мы прячем по изнаночной стороне самостоятельно любым удобным для вас способом. И вот, друзья, после того, как мы связали завязки, по изнаночной стороне спрятали все кончики, чепчик наш полностью готов. И в итоге вот такой вот красивый комплект вы сможете связать для своих малышей. Комплект у нас вот как раз таки будет состоять из чепчика и пинеток. Вот таким вот образом чепчик будет смотреться на голове ребенка. То есть вот идет задняя часть. Здесь у нас все хорошенечко прилегает к шее, нигде ничего не топорщится. Вот такая красота в итоге у нас получилась. При желании данный чепчик можно украсить помпошками. Помпоны можно сделать или из пряжи, или из натурального меха. Вот у меня был сейчас под рукой маленький помпон из кролика. Я сейчас для примера приложу. То есть вот, допустим, один помпон здесь и второй помпончик здесь. Ну, также, я говорю, эти помпончики можно сделать и из пряжи. Подробный мастер-класс, как сделать помпон из пряжи и из меха, есть у меня на канале, ссылочку я оставлю ниже в инфобоксе. Поэтому, друзья, надеюсь, данный мастер-класс был для вас полезным и понятным, поэтому поддержите это видео пальчиком вверх, обязательно подписывайтесь на мой канал, ну а мы с вами будем прощаться. Обязательно еще с вами встретимся в новых наших видео. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока!